Так, сегодня у нас понедельник. Винюшенька у меня. А я показываю вам, помашу рукой. Мы идем в дилерс. Зачем мы идем в дилерс? Я хочу вам показать, как я наполняю пустую бутылочку духов «Ангел» от Терри Мюглер. Потому что многие мне написали, что, Наташ, мы такого не видели. И вот я хочу показать, как мне это делают. Еще хочу попросить пустую коробочку из-под этих духов, потому что я выкинула по своей дури. И теперь коробочки у меня нет. Заходим в дилерс. Итак, мы спускаемся с Винсентом на первый этаж, там, где духи и всякая косметика, сумочки. Мой любимый этаж первый. Так что вот, едем. Итак, вот эти вот духи от Терри Мюглер, Angel. И, пожалуйста, вам здесь машинка, которая наполняет духи. Итак, вот это вот моя пустая бутылочка, которую мне будет заполнять отсюда. А здесь вот пробничек. Я уже подушилась. Соскучилась, честно говоря, по этим духам, потому что у меня их, наверное, как на месяца 4 уже нет. Вот, поэтому... Сейчас выпрошу еще коробочку пустую. А здесь вот ходит поезд и катает детей. Правда, детей нет. Вообще пустой сегодня молл. И вот мы здесь стоим с Винюшей, ждем, когда к нам подойдут. Винюша тоже весь голубенький, красивый такой. Мы сейчас только что покушали. Сейчас вот этого мужчину она обслужит и подойдет к нам. Есть, видите, есть сиреневые такие, а есть голубые. Вот мои голубые, кстати. Вот как раз моя бутылочка. И она даже сфотографирована. Видите, как они наливаются здесь. Пока мы ждем, вот покажу Жадор. Жадор наборчик продается здесь, видите. Сколько наборчик стоит? Не вижу. Но тоже, видимо, вот такие вот промоушен-подарочки, они недорогие. Намного дешевле, чем... Купить можно Dior розовый, очень хороший. Итак, видите, вот она открывает вверх. Видите, и мы наливаем соку. In my country, they never see that before. Oh yeah, there you go. Sorry about my fingers. Oh, yeah, and then you get, you know, you've saved a tree or a piece of glass or. These are hand blown, by the way. So this is like a little piece of art, and it's been basically that. It means that you're not paying the extra. Plus, it's just a nice little collector thing to have. Let me ask you: do you have extra box for me? Maybe empty box. I will look. I don't know if I do or not, but I will look. And so I'm going to fill it right about to here, where that little point ends, so that we don't get too much in there. Okay, there we go. That's great. Nice. Do you have any like sample for me to try? Let me look and see. I may be able to do that too. Okay. There we go. And that goes back this way. There we go. Okay. Yeah. Okay. Cool. And that looks like it fit in there nicely, and that's snapped on. So perfect. Now that's $50 for that. I believe that's $50 if it's the right size. Let me check. Okay. It depends on the size. It's a 08. Yes, and that's it. Yeah. So and then you spray it in. Посмотрите, я вам не делаю акцент. There you go. Yeah. Из духов, из Дона Карана. Это самые любимые духи. Яблоко. И вот они наполняют такую штучку духами и дают бесплатно из любых духов. И вообще этого хватает раз, не на 10, наверное, хватит. Видите, как она это делает? И такую пимпочку она закроет сейчас и мне даст бесплатно. Говорит, любой, какой вы хотите. И я вот очень люблю этот яблоко Дона Карен. It popped, so it's tight on there. Okay. Make sure. There we go. It's cool. Popped nice and tight. Thank you very much. Okay, видите, какие духи мне дали. Oh, I can smell like Donna Karen. Oh, yeah, it is very smell. It's nice.
Oh, well. Okay. So you can use your card. Okay. Yes. Don't swipe it yet. Okay. Right. Mm-hmm. Okay. Okay. So that was... $50, you say. Я заполнила духи. Наконец-то у меня теперь есть Angel. Как будто у меня духов нет, правда? Вот. И сейчас я иду к Вине. Вине вот здесь, в этом отделе. Называется Seen on TV. Все, что нам показывают по телевизору, здесь все. Все эти прибамбасы интересные. Вон Вине. Спросим, что он там видел. Тут всякие прибамбасики. Вот, например, что-то тут для того, чтобы похудеть. Здесь для того, чтобы разрезать турку, допустим, видите, электронный ножик. А здесь тоже что-то такое резать, фрукты, овощи, да? Здесь тоже резать. Вот такая штучка, варить яйца, допустим, да? Винюша сейчас покажет мне что-нибудь. You put this on. I would love to get this. You put your meat on here within about 10 minutes, or it thaws it out without any heat or nothing. I don't understand what you're saying. You know, when you have frozen steak, you put it on there, and within 10 minutes, it defrosts everything. Видите, такая доска. Кладешь сюда замороженные эти куски мяса, и через 10 минут они размораживаются. It's amazing the way видите, it works. Видите, ни электричества, ни батареи, ничего. И вот они как-то так действуют, размораживаются. Defrosting tray называется. Let's take one. Мы купим один. Купим один, и я обязательно вам покажу, как размораживается на быстром темпе. We're gonna show to people how it works, right? Yep. Вот такие вот штучки для кофе. This the same look. Yeah. Видите, у нас тоже такие, кстати. Мы наполняем кофе и кладем в кофеварку и пьем кофе. Вот так вот мы делаем. Вот они такие же есть. How much are they? See, здесь тоже какой-то, видите, грил. How much? Здесь пинкейк, видите, отсюда выжимаешь и прям на сковородку выливается и делается для того, чтобы жарить эти блины. Бистро болс, видите, делаешь тесто, наливаешь туда что-то такое внутри, все что угодно, сыр там, видите, вот он так делается. Делаются такие штучки. А это, видите, как типа друшлака. Вот так он держится, и туда можно мыть все что угодно. Ну, такой интересный просто друшлачок. Он, видите, вот так вот раскрывается, как солнышко складывается вот так вот. Очень просто. И вот таким он ведерочком может... Видите, такие штучки. Их кладешь под ножки мебели, и на них очень легко двигать по всему дому мебель. Вот такие вот, видите, продают. А такие огоньки вставляются в душ, и у вас душ вот такой вот яркий и цветной, если вам нравится. Вот такие вот уголочки или полосочки продаются, если у вас есть ковер дома, и если случается вот такое, вы, так скажем, присобачиваете вот эти уголки или полосочки. Они сделаны на крючочках, на таких, как на липкой ленте. И ваш ковер уже никуда не денется. Такая вот удобная вещь для кровати. Видите, кровать, а под покрывалом у вас туфли. Кстати, очень оригинально. И не видно, и удобно. И не надо будет вот так под кроватью держать обувь. Но я уверена, что мои девочки, которые живут там, как говорится, на другой стороне планеты от меня, они не имеют туфли в таком состоянии. Вот, у американцев такое может быть всегда. Ну и, конечно, я всем, кто еще не знает, что такое storage bag или space bag, называется, всем советую иметь вот такой space bag. У меня, конечно, есть. И с такой вот огромной, то есть pile of clothes, то есть из такой стопки одежды вы можете сделать вот такую вот плоскую такую вот, ну, короче, кучку. Что вы делаете? Вы вставляете пылесос, и он высасывает весь воздух, закрывается, и все. И вот так вот под кроватку кладете, и воздух не попадает, и моль не попадает. Видите, вот так вот это делается. Очень удобно. У меня все одеяла, все пуховики, все в таких спейсбэгах. Спейсбэг. Я уверена, что у вас есть такие уже давно.
Итак, я показываю вам наглядно Spaceback. Возможно, вы все уже о нем знаете, но если это поможет хотя бы одной женщине или одному мужчине, то есть хозяйке или хозяину, я уже в выигрыше, потому что это действительно удобно. Вот у меня сейчас, в данный момент, набор одеял-подушек, которые я не знаю, куда мне девать. У меня все есть, как бы все покрыто. Но вот этот вот набор, он у меня очень классный. Он от Томми Хилфигера, такой мужской, когда как живет у меня Артем, я как бы покрываю кровать Артема вот этим вот одеялом. Это называется quilt. Что мы делаем? Мы его складываем. Застегнуть этот мешок на две, то есть у него две такие вот полосочки, на обе полосочки он должен застегнуть. Мне предлагается вот такая штучка, как скрепка, и эта скрепка идет по всему периметру вот этих вот линий, и вот так вот очень просто закрывается. И элегантные брюки превращаются. Видите, у меня не закрылось. Значит, нужно еще раз пройти. И так вы будете закрывать, пока вы не убедитесь, что у вас закрыто. Сейчас, секундочку. Что-то у меня тут... Элегантные брюки не превращаются. Так, секунду. Нужно... Все закрыть по-хорошему. Можно, знаете, и руками немножко, конечно, помочь. Но главное, чтобы было заперто на обе полоски. Чтобы никакого воздуха не прошло. Этой же скрепкой проводим еще раз. Make sure. То есть будь уверены, что у нас все sealed. Силт, это значит полностью запечатано, просто вот знаете, вот. И что мы делаем сейчас? Смотрим на Magic. Итак, мы берем пылесос и мы делаем фокус-мокус. Один на другое в ряд 3-3-3, если у вас только одеял.
Если у вас есть кашемировые какие-то свитерочки, если у вас свитерочки, это самый лучший вариант, это убрать на лето. Или наоборот, летние вещи на зиму. Во-первых, это все не мнется, потому что оно без воздуха, и поэтому, если вы достанете потом оттуда, оно не будет мятым. Моль не ест, места мало занимает. Ну что еще нужно для счастливой хозяйки? Все. Я надеюсь, что вам понравилось, мои мальчики и девочки. Пока. А вот такой вот есть phone holder, видите, телефон держать. Его сажаешь, ставишь телефон, видимо. Сейчас я Итак, берем phone holder и ставим сюда. Я не знаю, что это, для чего это, что он тут держит, что за фигня. Вообще непонятно. What is that phone holder? Видите, для мальчишек в комнату, для того, чтобы они бросали грязное белье в мешок, сделано такое, как баскетбольное кольцо, и мешок внизу. Видите, мальчик кидает туда грязную свою рубашку, чтобы мама потом достала и постирала. Вот. What do you do? I don't know. How's it work? So you have to put 25 cents. Oh. Just put it. You have 25 cents? No. Why? How hot you are now? What is this? Palm reader. Yeah, and this is palm reader. Видите, прочитает сейчас, сколько будете жить. Here, put your palm on there, let's see what you got. Yeah, but you have to put 25 cents. Here, here. Go ahead, put your palm on there. Ready? I'll do. Ready? Okay. There it goes. Давайте почитаем, что пишут. Что пишут газеты? Hold it. Так, так, так. Мой винюшонок идет. Красивый мой мальчик. Но почти уже не хромает. Чуть-чуть совсем. Yeah, we gotta go to post office. Let's go. Okay, let's go. This one. Опять идем в дилерс. Мы не планировали как бы гулять по молу. Все, что мы сделали, это заполнили духи. И идем обратно в машину. Мне нужно идти на почтовое отделение, в почтовое отделение послать посылочки. Turn to me, baby. Мы едем. Going, 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 going. А здесь вот якобы отбеливают зубы. Bright and white teeth. Видите? Видите, какой салон здесь? Отбеливают зубы вот так вот. Но я бы никогда в жизни не пошла на это. Никогда. First, have your client apply. И если вы помните, однажды я вам показывала этот отдел. Лили Пулзер. Как-то он так называется. И мы из Гузаль заходили в такой отдел в Винтерпарке. Он очень яркий. Яркая одежда до безумия просто. Такая, что просто глаза режет. Очень яркая, красивая, но дорогая. Если кто-то любит очень яркую одежду, вот для вас эта фирма Lily Pulitzer. Вот, пишется она вот так. Ну, очень яркая. Ну, а здесь, конечно, игрушки, игрушки всякие, такие безделушки на Новый год, на Рождество. Вот такие вот смешные Деда Мороза с раскосыми глазами сидят на столе. И всякие-всякие виды елочек. И желтая елочка, и зеленая елочка, и белая, какая угодно. Видите, я стою в таком вот. И вот опять, чтобы не быть расистами, у нас два Деда Мороза одинаковых, белый и черный. И вот, пожалуйста, красная елка, желтая, белая, всякие игрушки. Что здесь только нет? Чего здесь только нет? А вот Винни говорит, look like you, говорит. Ага, look like me? Yeah. Really? Yeah. Винни говорит, похоже на меня. Ну ладно, пусть будет. Похоже на меня. А здесь, видите, игрушки, которые шьют ручные. Видите? Ручные игрушки. Это, не знаю, дорогие они или недорогие, но вот. I think this would look like me.
This one. See, that's when we're cooking with Luba. This look like you, right here. Oh, yeah. When you don't shave. Yeah, when I wake up in the morning. Yeah. Or maybe like this. This is you. Такие забавные игрушечки. И вот так вот приближается Рождество, у всех настроение хорошее. Все подарки друг другу покупают, пока еще не дарят, но покупают. Я сегодня... Oh, baby, I forgot to buy something in Best Buy. Итак, мы вышли на улицу. Закончили мы шопинг. Сейчас заеду еще в Best Buy, куплю кое-что для моей подружки. Еще хочу подарочки сделать. Продушки. Продушки. No, подружки. Продушки. Подружка. Окей. Okay. Say подружка. Окей. Okay. What подружка mean? I don't know. I just guess. It sounded good. No? Подружка, that mean girlfriend. Oh. I talk about Люба. Люби. 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 Окей, Люба, hello. Итак, я довольна как слон. У меня целая бутылочка Angela. Меня там на улице. И теперь я буду душиться. Коробочку мне не дали, коробочки у них не было пустой. Жаль. Придется ее держать без коробки. Вот идет мой Венюша. Мы сегодня на моей машине. Моя машина бензин вообще никак бы не использует, можно сказать. На 10 литров у меня 120 километров. Okay? Yep.